Уже в седьмой раз в области проходит выставка «Медицина и здоровье». Ежегодно это мероприятие собирает сотни небезразличных к своему здоровью людей. У этого стенда очень оживленно. На плакате страшные фотографии, на экране видеооперации госпиталя для ветеранов войн. Госпиталь – флагман травматологии и ортопедии. Ежедневно двум-трем пациентам в нем меняют крупные суставы. Посетители выставки могли увидеть во врачебных чемоданах материалы, из которых делают протез сустава и инструменты, которыми проводят операции. Материалы самые различные, все материалы очень современные. Я не буду говорить слово нанотехнологии, но вы сами понимаете, сустав – это паротрение. То есть идеально гладкие поверхности, это сплавы, которые организм принимает, не отторгает в большинстве своем случаев. То есть это высокие технологии не только медицины, но и технологии производства металлов. На этом стенде манекены и тренажеры, которые часто используют в центре медицины и катастроф. У одного манекена, по легенде, остановилось сердце, и ему нужно провести сердечно-легочную реанимацию. У двух других в горле застряли инородные тела. Специалисты центра обучают желающих оказывать первую помощь, как взрослому, так и ребенку. Правильно и хладнокровно вести себя в критической ситуации. Цель нашего стенда – это показать, что оказывать первую помощь – это не так и сложно при наличии определенных навыков, умений. Ну и, естественно, немножко надо поучиться для этого. То есть любой желающий может провести на данном тренажере искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца. Врачи почти всех учреждений здравоохранения области имели редкую возможность встретиться и обменяться опытом. А посетители выставки на практике убедиться, что российская медицина – самая лучшая. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.